Ребята, всем привет! Меня зовут Матукин Сергей, и вы находитесь на канале «Ферма Золотой Бычок». Сейчас мы будем с вами управляться, раздадим этим коровкам 8 рулонов соломы. Будем раздавать, значит, мы на тракторе МТЗ-82. Сейчас пойду поставлю его на подогрев, а вы пока тем временем поставьте лайк этому видео. Ну вот такая вот 82-ка. Здесь у меня все подготовлено. Значит, вот так сюда выводится розетка. Значит, под подогрев и под аккумуляторную зарядку. Подогрев Тосоло у меня самый обычный, Альянс наш, русский. На 2,5 киловатта, по-моему. Вот. Также на время прогрева я ставлю аккумуляторную зарядку. Буквально там на полчасика подзаряжаю аккумуляторы. Потому что аккумуляторы у меня старенькие, вот такие вот исток. Немножко им емкости не хватает. Поэтому подзаряжаю каждый раз так, чтобы лучше заводился. Сейчас, значит, буквально полчаса трактор постоит. Сегодня, значит, у нас мороз не очень сильный. И тогда заведем и поедем раздавать. Ну вот, прошло уже около часа, пока насыпал отходы в мешки. Трактор уже наверняка нагрелся. Я вот отключил все. Сейчас будем заводить. Все, завелся. Включаем, значит, печечку, музычку и поехали. Лошадки, отходите. Так, подъезжаем к рулончику. Взяли, поехали. Один рулончик я уже кинул, сейчас вот идет второй. Есть. Едем за третьим.
бегают, резвятся. Рулон пошел в дело. Сейчас закинем на бас. Вообще коровы съедают 10-12 рулонов в день. Тогда как? Когда делаем 6 солом и 6 сена. Когда солому хорошо едят, больше соломы добавляем. Солома получается у нас яровая. Поэтому кушают ее хорошо. Солома кормовая, отличается от озимой. Коровки, отходите! Отходите, коровки! Перекидываем рулончик, там, значит, ручками. Потому что на этот бас не заехать. Вот и все. Рулон на месте. Едем дальше. Даем, значит, за седьмой рулон пошел, ребята.
вперед, берем восьмой рулон. Это последний будет. Отходим, отходим, коробки.